Всем приветик, ребята, с вами ваш Кент АПК. И сегодня, ребята, мы будем говорить о таких темах, как самые крутые обновления в игре Black Strike, а также немножко, ребята, вместе с вами побеседуем о моем канале. Ну что же, начнем. Что же, ребят, самое крутое было в этом году? Во-первых, я вас попрошу так, поставить прямо сейчас видео на паузу и написать в комментариях, как вы считаете, ребята, что самое крутое добавили в Black Strike в этом году? Ну, вы поняли, да? Так что ставьте. Или давайте даже не ставьте, я просто подожду, давайте. Вы сейчас там листаете вниз, да, там, и пишите комментарий. Самое крутое, что добавили в этом году, это... Ну, все, надеюсь, вы уже дописали. Я, ребят, вам расскажу мое мнение, что же самое крутое добавили в этом году. Конечно же, ребята, это Good Knife и тычковые ножи. Правда, я их ни разу не видел, ну, в своем инвентаре. Но все-таки, ребята, их добавили. Это было круто, да? Классно, вот, особенно тычковые ножи, блин, такая крутая текстура. Ой, слушайте, тычковые ножи, это круто. И, кстати, скажем по секретику, что тычковые ножи, это, ребята, идея ТикТока. Ну, вы поняли, да? Так что ему отдельный респект. Добавили тычковые ножи, добавили Good Knife. Ну, обидно, правда, что у меня, ребят, нету Good Knife. Вот, блин, обидно. Ну, и тычковых ножей тоже нет, обидно. И Герамбита тоже нет, тоже обидно. Все, ребят, обидно. Но это не все. Это не все. Также, в этом году, ребята, добавили мини-игры. Наконец-то, наша любимая игра, а именно Black Strike, стала не только PvP, но и PvE. Поэтому я тоже очень рад этому обновлению, потому что, ребята, мини-игры это круто. Мини-игры это не все. Добавили еще много крутых карт. И обновили одну старую, а именно Вилла. Блин, Вилла, я так обожаю. Такая классная карта для, ребят, для дуэлей. Прям 5 с плюсом. Но. Добавили еще не хуже карту Сектор. И я вам скажу по секрету. Карта Сектор это моя самая любимая карта. Поэтому я, ребята, очень рад этим обновлениям. Ну, конечно же, это лично мое мнение. Я, ребят, возможно, что-то упустил, поэтому напишите в комментариях, что лично, по вашему мнению, самое крутое, что добавили, ребят, в этом году. Потому что, возможно, кому-то нравится, знаете, там, что изменили немножко статистику и добавили кланы. Скажу вам по секрету, как по мне, кланы, ребят, это самая большая ошибка в этом году. Мы их так долго ждали, а в итоге добавили 4 буквы и все. Не, ну конечно, я их, ребят, хвалил, мол, кланы крутые и так далее, в прошлых своих видео, да, чтобы не говорили, мол, Кент АПК, что это у тебя за биполярное расстройство. Скажем так, мы хотели большего. Так что, если мне кто-то смотрит из разработчиков, и он решит доделать кланы, то вы получите 5 юню от Кента. Но если забьете на кланы, то 5 юню не получите. Ну что ж, давайте подведем небольшой итог команды Rexit Studio. Они сделали большую работу в этом году, за что им большое спасибо. Еще, ребят, кстати, я забыл, добавили кастомизацию скинов. Это очень круто и очень классно. За это тоже отдельный респект. А теперь мы немножко поговорим о моем канале. Ребята, блин, спасибо. Просто от души каждому из вас, каждому, кто смотрит это видео. Прям от души. Даже тот, кто пишет... Кент АПК, ты нуб, лох, отписка, Годуэль. Все равно, ребята, я вас всех сильно-сильно люблю. Большое всем спасибо, то, что вы меня смотрите. Ставите лайки, подписывайтесь на мой канал. Потому что, ребята, у меня сильно подрос актив. И это все благодаря только вам. Большое всем спасибо, вы у меня просто молодцы. Желаю вам, ребят, удачных праздников. Проведите их в кругу семьи. И всего, ребят, вам хорошего. Желаю, чтобы у каждого в этом году... был нож, который он захочет. И чтобы нож был даже у меня. Если вам нравится, ребят, подобный типаж моих видеороликов, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. С вами был ваш Кент АПК. Всем удачи и всем пока.